для семей, желающих получить выплаты. Пошаговая инструкция получения статуса малоимущей семьи. С вами, как всегда, юрист-эксперт Евгений Корсакин. Начинаем! Процедура получения справок о статусе малоимущей семьи состоит из нескольких этапов. Итак, этап 1. Семье необходимо удостовериться, что она может обратиться с заявлением в соцзащиту либо МФЦ. Обратиться могут только граждане, которые работают, либо признаны официально безработными, либо женщины в декретном отпуске. Второе. Расчет дохода семьи. Складывать необходимо доходы всех членов семьи. Третье. Необходимо узнать размер прожиточного минимума в регионе. Следующее. Подготовка пакета документов. Полный перечень документов можно получить в соцзащите. Пятое. Подача заявления и пакета документов в отдел соцзащиты населения, либо в МФЦ. В некоторых регионах можно подавать заявление онлайн через госуслуги. Не забывайте про лайк и подписку. Задавайте ваши вопросы в комментариях. До новых встреч в следующем видео. Пока-пока!